Доброго дня всім. Є трохи питань, розповім вам. На удивлення, предыдущий влог много людей посмотрели, пролайкали. Думав, більше часу. У людей не хватит нервов и терпения на это смотреть. Ну, моя такая программа, я рекомендую, кого более обширно посмотреть. Я сам говорю о интересных влогах, интересных темах тезисно. И самых важных моментах, которые я для себя отметил. Так, пока готовил влог, послушал чуть про Наполеона. Ну, я разных смотрю историков, начиная от российских, заканчивая британскими. И что бросилось в глаза в этом очерке о том, что его командующие Наполеона просили: давай остановимся, мы за 7 лет устали, сплошные войны, надо передохнуть, так невозможно. Ну, Наполеон хотел идти вперед. Чем это закончилось? Это закончилось пленением, желанием самому пару раз отравиться и начал доживать жизнь свою в казематах. Поэтому нужно слушать своих генералов, нужно слушать свое окружение. Также рассказывалось в этом очерке о том, как он активно блокировал Британию, чтобы они не торговали. Ну, были такие братья Ротшильды, которые умудрялись делать контрабанду, подкупать чиновников Наполеона. И он залез на такие объемы, что в итоге все у него рухнуло. Вот и все. Это надо понимать. И вроде бы он себя показывал как новатора, демократа, учреждал новые государства, но ну, он делал типа ЕС, ну под своей короной. Сам себя короновал. То есть, если ты пришел как демократ, зачем становиться императором? И, в принципе, те королевства и новообразования, которые как бы поняли его сущность алчную императора. О таком я еще сегодня поговорю. Некто Кромвель. Ну, то есть власть быстро голову снимает человеку. То они начали против него уже бунтовать. Владимиру Александровичу нужно прочитать про Наполеона. Пару исторических экскурсов. Не только фильм посмотреть. Ридли Скотт, по-моему, снял, да? Ну, его ругают, но я его еще не смотрел. Это дорого. Травами лікуюся, якщо буде якісь результати, то вам доповім. Але ще дуже зарано про це розмовляти. Так, не буду я про болячки. Розкажу про те, що я насобирав. Назбирав. За підтримку буду вдячний. Ромашку вже заварив, заварюється, чекає свого часу. Там этот Джонсон или Джордан, я уже в них запутался, в главе Конгресса, сказал, что что-то хотят они принять для нас. Ну, я буду рассуждать как бухгалтер. Будут деньги, в этот день скажу спасибо американскому народу. Озвучил цифру 60 миллиардов. Другие говорят, что Байден не идет на уступки по этому забору на юге США. Поэтому республиканцы не хотят поддержать Джонсона в голосовании. Потери рекламы и денег, ну а очень много капитала мирового сфокусировано у евреев и у их партнеров. Это не заговор, у меня самого есть еврейские корни. И после своих этих кульбитов на... Я не помню, что он там купил, Twitter, да? X... Он полетел в Израиль, все обидно, потому что много рекламщиков от него отказались. Читал статью, не знаю, насколько она достоверна, что Латвия стала одним из крупнейших поставщиков виски в РФ. Ну, за достоверность этой статьи я не ручаюсь, но я надеюсь, что это неправда. Смотрел вчера неплохой влог про Китай. Нанимают они британских блогеров хвалить Китай.
Это такая программа серьезная. Прописаться в Пекине нереально, очень тяжело. Даже еще с Мао Цзэдуна времен. А у них очень важен институт прописки. Но это тюрьма народов прописка. Я ее не признаю. У них есть много аналогов YouTube. Один из них там Билибили. Очень много блогеров. У них есть даже огромные, крупные такие здания, в которых собираются блогеры и ведут свои стримы. Есть даже специальная платформа, типа телефона, как планшет, которая создана только для блогеров. Там легко тон выбирать и все остальное, заставку. Очень много они зарабатывают. Объемы этого рынка в Китае 220 миллиардов долларов стримеров. Рекламируют еду, продукцию всякую. За это им компании доплачивают. Ну, это по бюджет, ну, приводили пример, как это бюджет ВВП Греции, да. ВВП Греции. Ну, в Китае везде начисляют баллы, но объясняли, что это не какая-то репрессивная система начисления баллов, это как в букинге. Если вы нормально себя ведете, сдаете комнату в нормальном виде, то вам ставят высокий рейтинг как потребителю, так и отелям. Это такая система. Это не система какая-то репрессии, что если вы, ну или кредитная система. Ее ведут отдельно и системы Али, и система WeChat. Машины они делают, электромобили, огонь просто, но мне понравились. У них 250 видов разных электромобилей, не только как одна Тесла. Ну, китайцы, конечно, и очень высокого качества, очень высокого. Син Цзиньпин приказал негласно бороться с Теслой, запретил чиновникам ездить на Тесле, и там, где много военных объектов, чтобы там не появлялась Тесла. Чтобы американцы не имели визуальный доступ через камеры к разным объектам Китая. И Син Цзиньпин вот недавно приезжал в какой-то крупный город, то все Теслы с этого города убирали. В крупных китайских городах есть система градации, по каким номерам можно выезжать на трассу, потому что пробки. И есть какой-то номер, на котором можно ездить постоянно. То он стоит 70 тысяч долларов. ВВП Шэньчжэнь, это крупный город, в котором собираются многие стартапы китайские, 475 миллиардов долларов одного города. России ВВП 2 триллиона. Также еще и посмотрел вчера про Японию интересную передачу. Мне понравилось, интересно, там получается парковочных мест мало, потому что территории Японии мало. И на парковку, если ты заезжаешь, там такой тумблер стоит внизу, и он блокирует сразу задние колеса. И сколько машина стоит, компьютер от этого тумблера начисляет. И пока ты эту всю сумму не заплатишь, то 1 час примерно стоит где-то 1 доллар. То твою машину не разблокируют. Смотрел также японцы большие модники. Много молодых ребят одеваются в женскую одежду, нижнее белье, там колготки, чулки. И ходят по Токио прямо на улице, в нижнем белье женском. Вот вам и самурай. Смотрю, много передач, было много прилетов в БПЛА наших по Челябинскому тракторному заводу, там где делаются танки, по другим заводам. Ну, если вспомню, скажу в течение Волга. Я считаю, это очень хорошо, что россияне тратят колоссальные деньги. Это очень денежноемкое производство танков, БТР. Они очень быстро горят. Ну, у нас очень хороший дрон с тандемной частью, ну, будет стоить примерно 1002 долларов, а танк сгорает, который стоит на нынешние деньги 1 400 000 долларов. Поэтому я за то, чтобы россияне еще больше танков производили. Оно вроде бы для экономики полезно, потому что много сопряженных предприятий работает. Но с другой стороны, это быстро идет в расход, и это получается, что они деньги, ну, выбрасывают на ветер. Вот и все. Ну, там, где они, конечно, делают БПЛА, самолеты, это, конечно, плохо, вертолеты. А по танкам и по бронетехнике молодцы. Тупой еще тупее. Киргизия очень разбогатела, страна в последние 2 года стала крупнейшим потребителем немецких автомобилей.
рост покупок немецких автомобилей киргизами 5500%. Лично за киргизов рад, молодцы. Ни совести у вас нету, ни чести, ни достоинства. Торговля на крови. Ну, так это, я читал про киргизов, это южные горные казахи, которые как бы идентифицируют себя как киргизы. Ну, их там тоже поделили при советской власти, что много теперь территориальных этнических конфликтов. По рекомендациям нашим ПВОшникам, я когда-то переписывался с нормальными ПВОшниками, и вот мы с ними обсуждали тему, как перекрыть зону севера Украины. Ну, тогда я предлагал, что зайдите в воздушное пространство Брянской области, тогда бомбили активно Чернигов и Сумы, и перекройте зону. Ну, так получилось неплохо. Я бы сейчас порекомендовал сделать ставку на ЗРПК «Бург» турецкий. Он на колесном шасси, очень маневренный. Там хороший радар на 20 километров, прямо на «Бурге» стоит. Там у них стоят типа аналог стационарные этих стингеров, хотел сказать стрингеров. И умного патрона у них нет. И хорошая, ну, зенитка. То есть она намного дешевле, чем вот эти Скайнексы германские, намного дешевле. Я понимаю, что это правительство Германии оплачивает эти Скайнексы, но если мы за свои деньги, то лучше покупать турецкие бурки. На Гусянке машина, она не мобильная, на колесах она мобильная. И компания Selsan делает аналог Skynex, 35-миллиметровую многоцелевую артиллерийскую систему ГКР, как раз вот с умным патроном, он называется Атом. То есть если покупать Skynex, то лучше уже эти ГКРы. Они точно в раза три дешевле, чем Skynex. И по рынку это так. Ну, атака была на Смоленскую дачную, там подгорели два МиГ-31 или были повреждены, и хорошо. Где-то что-то долетает. Когда говорят, что ничего не долетает, а долетает. Что-то же взрывается. За день там 7-8 подстанций, если взрывается, то ну, из копейка рубль держит, да, есть выражение. С миру по нитке Путину веревка. Там читал, Залужного рекомендовал Арестовичу Машовец. Ну, а чё бы нет? Ну, Арестович давно дружит с Залужным. Вполне могли мы рекомендовать. В моей жизни было много, так когда я человека порекомендовал, он потом вырос. Я не вырос, а он вырос. Они еще с Академией сухопутных войск города Одесса тогда вместе. Там это, девушка, которая закончила институт медицинский по профилю семейная медицина, напала на Залужного. И требует, какие у вас планы, генерал. Да планы у него такие, что он уже почти 2 года вместе с нашей армией на равных против Российской Федерации. Есть как чуть-чуть поражения, так и победы, но это война. С одной из самых сильных сухопутных армий мира, которую боится весь мир. Вот такие у него планы. Я понимаю, что от него требуют границы 91-го года, но он как человек, который практик, а не диванный эксперт. Он на них смотрит, как и на НЛО, на этих врачей. Нельзя жить по принципу Ленина, что и кухарка может и руководить страной. Не может кухарка руководить страной. И армией, в том, армией подавно. Я понимаю, что ее спустили на Залужного, ну, кто-то из вас имущих прокачивает ситуацию. В СССР были такие заводилы публичного порицания, такие как отец Михалкова, да. Вот он сюда выступал и говорил, а я хочу от товарища Мендельштампа сказать следующее. И давай, чехвостить. Ну, это были эти, я их называю короли Анусленга. Анусленг – это когда ты лижешь задницу кому-то, да, в прямом смысле. Не нужно давать оценку генералу, если вы даже вы не врач, вы просто дипломированный, ну, назовем так вас, специалистом.
Так. Безуглая, да, ее фамилия. Ее этот называют отец сказок украинских в интернете, Балашов безумная. Там мне оппонировал, что Милки нет производства в Израиле. Я смотрел, как раз я не 7 пядей во лбу. Я смотрел передачу, в которой парень работает на производстве Милки в Израиле. У нас интернет забит, массово нанимают на работу на Милки в Израиль. И приводился пример Милки. Смысл этого послания был не в Милке, а о том, что страна Израиль – это страна высоких таможенных сборов и налогов. И поэтому у них все стоит втридорога. Вот и все. Я то, что смотрю, я записываю. Я ж, ну, я не глупый человек, но и не Эйнштейн. Хотя каждый человек по-своему может быть намного умнее в гуманитарной сфере, но в технической может быть слабый или в математической. Азей Баржанец с фото нашего бойца там и призывами за Украину вышел бороться на турнир. Я ему благодарен. Азербайджанская школа дзюдо одна из лучших в мире. Умеют они бороться. Я помню такого Назим Гусейнов был, олимпийский чемпион. До 60 боролся. Нес флаг Азербайджана. Ну и сейчас там я смотрел ребята и призеры Олимпийских игр. Ну, спасибо вам, спасибо. Специалист, проверяющий тушу, предназначенную в пищу, ну, которая кошерная, называется Машгиах Кашрут. Да. Про евреев сегодня тоже порассказываю, очень много интересной информации. Посмеемся вместе. Так. Там Арахамию цитирует, что Джонсон что-то сказал нам. И хочу спросить, а где сейчас Джонсон? С 27-й своей женой лежит на курортах в Багамо и Ямайке, в трусах семейных, с жирным пузом. Где он, Джонсонюк? Он сказал, мы должны быть субъектны. Воевать, либо не воевать, либо продолжать мирные переговоры должен решать исключительно Зеленский и его окружение. Зная настроение людей. Но и зная возможности, готовился ли ты до войны. Голая жопа или нет. Или прикрытый зад. Джонсон забыл, сказать, что он сказал, и уехал. Это турецко подан. У него ж дедушка был министр турецкий. Джонсон сказал. По возможной ставке Залужного, ну, ситуация задувается, не все так радужно. Я так понимаю, что у Зеленского могут быть такие намерения. Власть имеет на это право уволить этого человека. Но кого бы ни назначили, там Буданов туда наметит, либо Сырский, без огромных денег и вооружения, технологичного вооружения. Можно же на большие деньги поставить обычных пушек, а можно поставить что-то такое, ну, вкусненькое. Успехов не будет никаких, будет ситуация только ухудшаться. Вот и все. Дело не в Залужном, а Залужному вечная пошана на века. Все. Тот, кто пообещает Зеленскому победить Россию, он возьмет на себя слишком завышенные обязательства, пытаясь говорить культурно. Не только из-за робота Ютуба, ну просто быть культурным человеком, не оборвал. И я же говорю, вот эти, кто возьмут на себя обязательства, что давайте сейчас уволим Залужного, это я называю эффект Дель Боске. Был такой тренер, при котором Реал Мадрид постоянно выигрывал в Лиге Чемпионов, они уже устали с ним выигрывать и уволили, потом все рухнуло. То он пообещает, что он пойдет вперед, я смогу, ну, хочет расти. Он же не погибает, он с Киева командует, в бункере сидит. Они все смелые с Киева. В бункер залазит на 200 метров и командует. И тримаемся. И потерпит пару крупных поражений, и все. Ну да. Я же говорю, что я Латынину слушал. С ней в этом плане согласен. Во многом я еще с ней не согласен. Она такой сложный человек. Что наступление на юг, оно могло бы обернуться катастрофой. Украине, это, об этом я говорю и у Романенко в Волге. Они просто накапливали силы на востоке, как и предполагал, и ждали, пока мы там израсходуем армию и ударят с
с востока, и все. Если бы Залужный на третью неделю не остановился в наступлении на юг, я увидел на остановку уже давно. Это нам вот эти все блогеры рассказывали, наступаем, так мак. Не, он остановился. То нечем было бы сейчас тылы прикрывать. А если бы мы сделали нормальный резерв ротационный и не расходовали пару, ну, 3-4 бригады на юге, то у нас была бы вообще ситуация повеселее. Мы не можем воевать с колес. С колес воевать нельзя. Все. Против нас не чмобики воюют, а против нас воюют чудаки, которые заднюю не включают. Мотивированы со своей идеологией, ну, как есть. Господин Наев отметил, что советское ПВО на сбитие одной цели расходует 100 снарядов выстрелов, а современное меньше 10. Ну да. Ну и он также сказал мои слова, что если нам прекратят помощь военную, то война может разойтиться и на территорию Киевской области. Ну, я с ним полностью согласен. Он недавно выступал со своей программной речью, отчетом, да, что он делал первые месяцы войны, потому что по ним там же там типа вкиды что-то делает по Наеву. Ну, он рассказал, что он делал, воевал, готовился. На те деньги, которые выделяло наше правительство на армию, наша армия чемпионы мира. Все. Выделялись деньги, что на дороге, на мостовые переходы, по которым россияне успешно заехали на юг страны. Так. Арестович. Запад никогда не собирался побеждать Россию. По мнению экс-советника ОП, Киев не понял этого и выстроил неверные отношения с партнерами. Место работы с Западом на основе взаимовыгодных предложений и выстраивания концепции реалистичной политики с учетом реальных интересов сторон. Мы создали патриотический клубок, которым мы, истекая кровью, противостоим нашествию Орды, и теперь он должен нам денег и оружия. Ну, Запад. Тем временем Запад купил у Орды ресурсов на сотни миллиардов долларов, десятки из которых Орда обрушит на наши головы в виде ракет и снарядов. Ну да. Это ж я рассказывал в предыдущем блоге о 550 миллиардах только от углеродов, углеводородов. Они ж не только углеводороды продают. Киргизия. Чего Киргизию не закрывают по поставке машин? Что, киргизы на мерседесах ездят? Они всю жизнь ездили на лошадях, киргизы. В Киргизии можно было за 10 долларов городца в поле загонять. Ну, нищая страна. Там постоянно эти цветные революции. Там министру внутренних дел получить бубен, это так. Два пальца об асфальт. Ну, я полностью согласен с Арестовичем. Арестович считает, что переубедить Запад сменить тактику у властей Украины не получится, и нужно исходить из реального расчета. Да, они хотят торговать. Эти все компании, British Petroleum и другие, они заходили на рынок России 30 лет после 1993 года. Они туда заколотили триллионы долларов. Необходимо положить калькулятор на стол и посчитать, что мы можем реально. И чего мы реально не можем. Мы действовать, исходя из реального расчета. Вместо этого власть и часть общества, ее поддерживающая, предпочла усилить клубок. Ну, он называет это клубок. Что ж, тем сильнее будет удар по об стену реальности. Выглядеть он может примерно как принуждение нас к реальности Западом и Кремлем одновременно. Там некоторые дипломаты открестились, что они не давят на Украину и не ведут тайных переговоров. Ну, типа Бильд, как писал. Ведут они эти переговоры с утра до вечера. И хочу привести пример Израиля. Они ненавидят Хамас, готовы его уничтожить, но с Хамасом израильский МИД ведет переговоры через Катар 24/7, вытягивая с плена маленьких детей, бабушек, 24/7. У нас Владимир Александрович с подачи Петра Алексеевича, который вел постоянно переговоры с Россией, внесли законопроект, этот целибат
Мы никуда не денемся, они наши соседи огромные. Нельзя вести переговоры. Да уполномоченные от Украины должны вести переговоры постоянно с этой Россией. Даже если мы ее все не перевариваем. Вот и все. Да. Даже в окончании Второй мировой войны поражение все равно кто-то подписывал это, ну, от какой-то страны. Вот эту же тему, не переговоры с Россией, подписал тот человек, который с этой Россией переговаривал с утра до вечера. Петр Алексеевич Порошенко. Не люблю его очень. Потом Арестовича статья. Дальше кому повезет. Мемуары в Канаде. Возвращение к трезвости. Единственное, что еще способно создать ситуацию. О выигрыше надо было думать раньше. Ну да. Когда даже при Александре, при Владимире Александровиче Зеленском по 4 миллиарда евро тратилось на битум с Белоруссии, которые производили из нефтянки, в том числе Роснефти, то надо было эти деньги тратить, да, на ракеты, на все остальное. Но хочу поддержку Владимира Александровича сказать, до него то же самое ничего не делали. Вот и все. Мы должны иметь своего Киссинджера. У нас должна быть сформирована украинская переговорная группа с этой плохой страной. Были взрывы в Джанкое дня 4 назад, вывозили очень много трупов. Но россияне обычно говорят, что они все сбили. У них точно такая позиция, как у нас, что наши не погибают, погибают только их. Ну, это доктрина современная военной идеологии, военная цензура. Два слова хочу сказать. Я смотрел там УКР какой-то там бронемашины, компания, ну, я не точно назвал ее название, у меня там бывают некоторые поправляют, поправляйте. Машина «Новатор». Это тяжелый, типа, колесный джип, бронированный для офицерского состава, потому что офицеры только на таких в основном ездят. Я хочу спросить, какой она имеет смысл военный? То есть гонять эту тяжелую машину 300 лошадиных сил по городам нет смысла никакого, у нее двигатель такой почти как у танка. Стоит она космических денег. А на фронте там крыша, она нулевая у нее. Тандемным выстрелом FPV она будет поражена в течение 30 секунд. Зачем ее делать? Вот хочется спросить, зачем вы ее делаете? Вместо того, чтобы делать баги и квадроциклы с минометами, вы делаете эту дорогую роскошь, которая не носит никакой военной функциональной направленности. Это просто разбазаривание государственных денег. Машина «Новатор», минус, жирный. Ну и повторюсь, что лоббистами в умывании рук в Украине и за окончание войны на более-менее каких-то прямых условиях выступают транснациональные корпорации. Да. Они в любой стране являются... То есть любого Макрона выдвигает крупная транснациональная корпорация, ну, которая с французскими корнями. И они заказывают музыку. Вот и все. Ну и напомню, что с РПКшками, с пулей умной, вот этой Айшет, Атом турецкой, ей намного дешевле сбивать дроны и ракеты X-59, чем ракетами. Да, ну а мы же показано, С-300 сбиваем шахеды. Вы представьте, шахед сбивается целая ракета С-300. Это то же самое, что яйцами Фаберже забивать гвозди в стену. У меня все мы на тему, не пугаемся. Я говорю кратко, долго не рассусоливаю. Шахтеры ЛНР нужны на фронте, поэтому действующие угольные шахты в Луганщине закрывают. Там Восток уголь какой-то. Ну, вы хотели этот рай, получите его. Умрете в течение 5 недель на фронте. Про Израиль забыл сказать, что в Израиле очень дорогое жилье. Очень дорогое. Там маленькие квартиры с маленькой кубатурой стоят в 5-6 раз дороже, чем в условной России или Украине.
по футболистам, когда делал обзор, забыл рассказать, был есть такой Рабьо, в Ювентусе играет, опорника, по-моему. И его мама, его агент, она получает комиссии официально очень большие, там, до 10 миллионов долларов. И она ему поломала карьеру и в Британии, и уже и во Франции. Ну, он такой маменькин сынок. Всегда он гуляет по большим клубам, потому что парень талантливый. Но карьера не складывается из-за мамы. Только слышат слово его мама, сразу от него все падают в обморок. Сейчас он играет в Ювентусе. По-моему, даже капитаном играл в последнем матче. Я смотрел Интер-Ювентус. Я уже забыл, какой счет был. По-моему, 1-1, если не ошибаюсь. Убили полицейского, из-за которого начался вот этот огромный протест БЛМ. Ну, я считаю, это ганьба государству США. 20 лет это был неоправданный срок для этого человека. Тот, кто умер, темнокожий, он в этот день принял 5-6 видов наркотиков. Он бы мог умереть от чего угодно. Превышение было при задержании, согласен. 20 лет за это давать, ну, это неоправданно много. Ну, ладно, вы ему дали 20 лет. Но дайте возможность полицейскому отсидеть на зоне, там, где какая-то есть изоляция от тех, кто держит зоны американские. Ну, там же сидят в основном латиноамериканцы и темнокожие. Ну, посадили его в общий котел, человека зарезали. Вот. Это расправа государства. Подлецы и негодяи. Вот и все. По этимологии и по обычаям, вот на платке арабы носят часто черное кольцо. Его бедуины использовали для того, чтобы вязать ноги верблюдам, как я читал, вместо кнута. И даже, выполнял еще роль кнута. То это называется кольцо игаль. И это одежда, которую они носят, типа халаты традиционные. В разных странах чуть по-разному называется. В Ираке, в Иране, в Омане он называется диш-даша. В Арабских Эмиратах она называется кандура. Я просто смотрел передачу про Арабские Эмираты. Парень рассказывает, что не все золото, то, что блестит. Весьма так объективно, не поливая грязью. И он говорит, что не носите кандуру, не будьте смешными. А Саудовская Аравия, она называется топа. Наш Лунин играет в Реал в Мадриде. И я смотрел большую передачу про типа Куртуа с новым вратарем Реал Мадрида, то у него такое требование, что если он подписывает контракт с каким-то клубом, то он должен играть 90% матча. 90%. Это у него основной. И тот, кто у него на подстраховке, всегда вратарь, который будет всю жизнь сидеть на банке. Сейчас Куртуа получил травму, поэтому чуть-чуть играет Лунин. Но они еще под Лунина еще одного купили. Я бы на месте Лунина ушел в какой-то нормальный клуб первым вратарем. Он уже созрел, сформировался. Надо уходить с Реала. Вот этот контракт заканчивается и хватит. И Анчелотти просил Куртуа, он очень хорошо в рамке стоит, что пропускай, пожалуйста, мячи на тренировках, чтобы нападающие не теряли веры в себя. Даже смотрел вчера передачу про Баджи, увидел там молодого Анчелотти в Парме. Он сидел с сигаретой прямо на поле курил. А сейчас это дикость. Он жует жевательные резинки. Куртуа из положительного. Он не алчный. Когда было в ковид тяжело Реалу Мадриду, он отказался от большой части зарплаты. И когда закончился ковид, он не увеличил свой контракт. Но это хорошо. Досматривал передачу этой Эдельман про начало старта Голливуда. Рассказывалось о том, как, например, Мэри Пикфорд была знаменитой актрисой немого кино, но не могла принять звуковое, говорила, что звуковое кино никогда не будет прогрессировать. Вот не будьте такими снобами. Всегда говорите «когда». То ее, она даже открыла свою студию, но у нее ничего не получилось, так как она была в немом кино.
Также она рассказывала про фильм 1915 года США «Рождение нации». Фильм сняли о том, как хорошо быть кукуксклановцем, убивать темнокожих, и этот фильм типа, чуть ли не Оскара получил. Хотя он тогда уже был скандальный. Ну, такими нравами обладала Америка еще 100 лет назад. И в том Голливуде того времени, когда он развивался, было много убийств, и в них за этими убийствами стояла наркомафия. То есть какие-то красивые актрисы распространяли героин среди, ну, типа, как показано в Гэтсби, да? И если их кто-то притеснял, то мафия устраняла того, кто мешал распространять наркотики. Многие знаменитые писатели попытались быть сценаристами в Голливуде, такие как Фицджеральд, и не прижились. От них владельцы компаний требовали не умничать, а писать строго по сценарию, что они требуют. И тот же самый Гэтсби стал намного знаменитым после смерти Фицджеральда. По BLM также хочется напомнить, я забыл, за полтора года до убийства этого темнокожего, который герой США, его хранили, ну видите, всю жизнь прокололся, пускал на свет детей, у него там была масса детей, за счет пособий детских он жил, этот бугай двухметровый. И он стал героем США, ну так бывает. Черный коп выехал по адресу, ошибся номером дома, убил обеспеченную белую женщину, никакого не было протеста. И как это все обернулось, если ситуация произошла по-другому? Вот я смотрел передачу про Сан-Франциско, расскажу чуть дальше. Интересную передачу смотрел про братья Капрановы, вот вспомню. Если кого-то вспоминаю, где я смотрел, я буду с тобой говорить, источник. 2/3 экспорта Речи Посполитой держали еврейские кагалы. Еврейские кагалы, это у них было образование общественное, по которому евреи жили в Польше. Это 10% было населения Польши. Им короли польские дали особый статус, увидев большую пользу от присутствия их на своей территории. Если еврею в Польше приходил какой-то штраф, то за него всю сумму выплачивал кагал. Был совет старейших и был всегда коммуникатор, который приходил в условную налоговую польскую и решал эти все вопросы, либо судебные. Когда часть Польши отошла к России, то царь ввел, был такой налог на душу, и для еврея он был в 2 раза больше, чем для обычного, ну, не гражданина, а раба Российской империи. Рекрутская норма в армию была для евреев в России в 2 раза выше, чем для других граждан. Это 10 человек на 1000 раз в год. Цензорами еврейских писем при царе были евреи-выхристы, которые в совершенстве знали идиш. Искали иноагентов и тогда. В 1850 году в России ввели налог на ношение еврейской одежды. Да. Александр II запретил покупать евреям землю аграрного назначения. Это для чего я читаю? Для того, чтобы понять, откуда у нас этот сельский антисемитизм и откуда у дагестанцев вот это «покажи мне этого еврея, где он прилетел». Ну, такие брутальные пацаны, небритые. Я бреюсь, я бороду не ношу. Это не показатель, не показывает ничего абсолютно. Вот эта щетина через 5 дней, она неприятная, кожа чешется. Нормы для евреев университетского образования. В зоне оседлости это 10% могут поступить в университет. В
В крупном городе за зоной оси 25%, в столице только 3% евреев могли учиться. Царская охранка в зоне оседлости через своих бандитов устраивала еврейские погромы. Еврейские погромы, так как евреи жили в основном в зоне оседлости, это Молдавия, Украина, Беларусь. Они не жили там в Питере, в Москве, то и погромы происходили поэтому на нашей территории. Этим всем руководила царская охранка. Придумали какой-то быль, убили ребенка, выпили кровь, и начиналось это все. Ну, а распяли Иисуса, Господи. Кто видел того Иисуса? Распяли Иисуса. Было такое знаменитое киевское дело Бейлиса. Хотели на еврея повесить убийство ребенка. Украинский суд присяжных, о, был тогда украинский суд присяжных, в пику комиссии, которая приехала из Санкт-Петербурга, юстиции, оправдали этого Бейлиса. Как началась Первая мировая война, из зоны оседлости указом царя выселили за пару недель 300 тысяч евреев, как неблагонадежных. Это спрашивается, откуда Сталин научился переселять на целые народы. У евреев того времени при царе были школы, хедер назывались, в зоне оседлости. Самый большой город по хедерам был нынешний Днепр. Тогда был Екатеринослав. Прыгаю с темы на тему, как записывал. Ну, извините, редакции нет. Смотрел про котов этих Мейн-кун. Умер кот у Белка Церковская. Есть такая девушка, помогает нам. Ну, уже не девушка, дама. Во Франции живет, сама она одесситка. То Мейн-кун происходит название, ну, это огромные коты, до 16 килограмм, в длину больше метра. Ну, там они такие, как рыси. Он называется в честь штата Мэн. А кун, второе слово, это енот из штата Мэн, его переводится название. Они сердечники, умирают много от сердца, живут в среднем 14 лет. И у него проблемы с позвоночником, болезнь, по-моему, СПМ называется, да. В общем, болезненное животное. Ну, красивый. Я пару раз в жизни видел так. Ну, вот эти, в основном их держат дорого-богато. Молодежь, инстасамки, видел у них. Вчера смотрел, классная минора выпустила ВОГ. Я до два ВОГа посмеялся, ну, от души. Ну, не только ж война. Гарик Карагоцкий, Боголюбов Геннадий с моего города. Земеля и раввин Днепра. В общем, они ведут честную такую беседу. Гарику разрешили при раввине матюкаться. Основные тезисы расскажу, но рекомендую посмотреть. Я уже там смеялся, у меня пуп болит. То детям денег он не оставит. Он и все дети снимают жилье, у него нет ни одной квартиры в Украине. Ну, это, в принципе, современная тенденция. Уже считается, что там, где ты берешь жилье, это уже форма рабства. Ты прикипаешь к этой земле. Ну, ты должен быть независим от своего жилья. В этом я с ним согласен. Хотя на старости лет уже мне нужно в спокойном месте обзавестись хотя бы двухкомнатной квартирой. Чего у меня нет. Так. Боголюбов помогает своим детям. Ну, как бы я делал, я бы помогал. Ну, у меня так сложилась жизнь, что ну, трое детей, да, двое со мной не общаются. Ну, воспитывали их мамы. Ну, нет ни общения никакого, я говорю честно. Но если бы я был богатым человеком, даже таким людям, которые не хотят со мной общаться, все равно помог бы. Я считаю, что если ты миллиардер, то говорит, что ничего не достанется детям, это неправильно. Надо помогать. Надо помогать, просто их надо правильно воспитывать. Вот, кстати, Дональд Трамп своей дочке говорил постоянно и сыновьям: наркотики — это зло, алкоголь — это зло, курение — это зло. Я здесь по Трампа поддерживаю. Трамп, дай пять. Надо просто их правильно воспитывать, но им надо помогать. Зачем им стартовать в злыднях, как вам? Когда месяц заканчивается, думаешь, ага,
Суповой набор купил, недорого, оценка в ВТБ маркет, пропетляю как-то. Нет. Если есть возможность, вы заработали денег, помогите своим деньгам. Гарика, вот эту позицию я не понимаю. Равин назвал его семью стадом, а Гарик парировал, что стадо это в синагоге, а у меня клан. Картошка Бродского. А, ну, его дочь в седьмом, ей было 7 лет или в седьмом классе, уже точно не помню, а в седьмом классе. Она пришла, папа сказала, меня, она с матами разговаривает, бывает с папой, сказала, у меня заколебала школа, учиться не буду, хочу на работу идти. Вот я не возражал, сказал, сколько тебе надо времени на трудоустройство. Она сказала, 3 недели. За 3 недели она не устроилась, пришла, сказала, папа, помоги мне с работой, потому что меня никто не берет на работу. Он говорит, у Бродского была столовая, у Михаила, я устроил ее на кухню к нему чистить картошку. Сказал, что 2 месяца будешь там работать. В общем, через 2 недели она прибежала, сказала, что папа, я хочу учиться. Я осознал ошибки, он сказал, нет, мы с тобой договорились, надо 2 месяца отработать. Она рыдала, целую ночь его просила, он смиловался, сказал, ну месяц ты все равно должна чистить картошку, потом обратно идешь в школу. Его еще тезис, мои дети не желают мне смерти, она им ничего не даст, я им наследство не оставлю. И они его благодарят, говорят, спасибо, папа, что я не засохла на шторе. Ну, что они под этим подразумевают, что папа мог кончить на штору, ну, у него, видно, такая привычка была, а кончил в вагину маме. Смотрел передачу интересную, вот этот парень одной правой, по-моему, называется, про Шотландию. Он показывал там могил, знак отличительный СС до Галичины в Шотландии, они там проживали большой диаспорой. И за ним ухаживают наши переселенцы. И у них на каких-то трупах стоит такой продуктовый набор, и там написано, что сколько стоит. Это называется ларьки честности. То есть ты честно кладешь деньги и берешь там йогурт или еще что-то. Прекрасно, да, начинание. Показывал он в Бальморе замок короля Британии. И когда там нет короля, когда он не приезжает отдыхать со свитой, то там гуляют все шотландцы. Прекрасно это. У нас такого нет. У нас высокие заборы, ФСО, ГУРМО и все остальное. Забыл сказать, когда было покушение на Пилсудского в Польше, был у них такой знаменитый националист Дымовский, ну типа Бандера. И сторонники Дымовского на него покушались, бывшие военные. То Пилсудский их вызвал к себе, отругал и отправил обратно служить, воевать. Был такой этот. Хочу рассказать о тех, кто помогал оборонять Польшу в 20-е годы против армии Тухачевского. Не только Петлюра, не только Шандрук, но и другие люди. Или Безбородько, да? Был такой Станислав Никодимович Булак-Балахович, белорус. Ну, он больше говорил, что он поляк. Крутейший генерал, служил в царской армии, потом год большевикам, в большевиках разочаровался и перешел на сторону Пилсудского. На севере помог разбить красных, были феноменальные у него боевые операции. После 20-го года, когда подписали мирное соглашение, Польша содержала 3 бригады Булака на границе с Польшей, ой, с Россией. Заходили они на территорию Беларуси нынешней. Они могли захватить город Мозырь и быть там целый месяц. И потом правительство советское потребовало расформировать подразделение Булака. Ну, Булак пересидел чуть-чуть в Польше и... Когда немцы захватили Варшаву, он хотел заняться партизанским движением, был убит гестапо. Запоминаем, Станислав Булак-Балахович. Очень крутой был воин.
И ему помогали также деникинцы. Ну, там он насобирал всех вокруг себя. Смотрел Латынина выпуск, ну, рассказывает, как Червинский взрывал Северный поток, она знает, что это Червинский, и говорит, что тем самым мы плюнули в лицо Германии. Та Германия за это полтора года, за эти полтора года, иногда нам дает миллиард помощи, спасибо, низкий поклон. России уже дали 500 полтриллиона евро только за килоджоули. А немецкие машины через Киргизию, это что? Латынина высокого уровня, это не Соловей, конечно, но это служба внешней разведки Российской Федерации. Ну, в чем я с ней согласен, что если бы мы все бросили на юг тогда, так МАК увидели бы, то они бы сейчас были в Днепре, россияне, запросто. И Минаева был интереснейший влог, указываю источники. Он рассказывал про период, как первый раз отрубали голову. Ну, всегда, что это бывает первый раз, Карлу Первому. Кстати, тоже для Зеленского очень полезный влог. То там сформировалось уже джентри. Джентри это были английские нетитулованные мелкопоместное дворянство, занимающее ну, среднее промежуточное положение между перами и йоминами. Ну, это, то есть, новый средний класс зарождавшийся, это балашовцы. И они постоянно бузили, они требовали свое 5-10 на то время. И они, по сути, разрушили феодализм Британии и привели его к революции машин и производства нового. Новый техуклад был. И у них начались постоянные войны, ну, противоречия с Карлом Первым. Тогда уже был парламент, состоящий в основном из джентри. И у него был на свои нужды, он всегда просил выделения у джентри денег. Он должен был джентри объяснить, почему ему нужны деньги. Король просил. А у Владимира Александровича ну, нету даже парламента, по сути. И он попросил, чтобы он каждый раз не просил у них это жалование. Он сказал, что пусть это на бумаге будет записано, но это будет в автомате. Они отказались это выполнить, он их распустил. У него был советник Бекингемский, любовник Якова Первого. Его звали Джордж Вильерс. Он в этих в Дантарьяна произведениях Александра Дюма, он этот, который типа был любовником французской королевы и передал ей подвески. На самом деле он был этим нетрадиционным парнем уже тех времен. Когда любая бабушка ругает девушку в короткой юбке, повонаряжалась. Я всем бабушкам говорю на лавке, что свое вспомните, пожалуйста. Революция Ленина, это ж секс, равенство и рок-н-ролл. И он, Бекингемский, полностью заправлял королем. Это был главный его подоляк того времени. Ну, чтобы взять новую казну, он собирал опять временный парламент. И этот парламент опять ему отказывал, и он их распускал через 5 дней. Он ввел этот Бекингемский много налогов из старых древних законов. Ввел такой налог, как корабельный сбор, еще когда боролись с викингами. Но он много... Они напали на Францию, было такое время. Но через Бекингемского вся шла система прозора закупок для армии. Ну, это был, получается, Резников по 17 гривен яйцо. И был такой посланник от армии Джон Фелтон. Он был типа ГБР. Он пришел и убил этого Бекингемского. Зарезал, да. Видите, как у них решают вопросы, если закупки идут непрозоро. Он поставил лестницы для штурма крепостей. Они были на 7 метров короче, чем ну, нужно было. Парламентарии начали требовать налоги только по согласованию с парламентом. Однозначно.
и траты свои только по согласованию с парламентом. И аресты только по суду. У Карла I были военно-полевые аресты. Запрет на расквартировку военных. Раньше, например, война заканчивалась, король экономил, не хотел, король не хотел строить казармы, и военных расселял по квартирам граждан. Расквартировку потребовали запретить. Карл I опять распустил на длительное время парламент и пытался жить без него. Он очень обожал монополии, на все вводил монополии. Ну и монополии раздавал своей знати. У него после этого Бекингемского появился такой реакционный помощник, подоляк номер два Стаффорд, который всех там пытался казнить. Но когда они начали перетеснять по вероисповеданию яйцеголовых, называли пуритан, то народ весь поднялся на борьбу против Карла I. У них даже, у англичан, чем они уникальны, когда они убили королеву Мэри, кровавую Мэри, у них это до сих пор национальный праздник, веселый, ну, добрый праздник. Ну и, в общем, из-за того, что Стаффорд был сильно таким агрессивным, пуритане заставили Карла I арестовать Стаффорда. И чтобы Стаффорд написал сам письмо королю: «Отруби мне голову, чтобы ты не потерял свои короны». А в соседней тюрьме уже сидел епископ, который притеснял пуритан. И Карл I пошел на требования парламента и отрубил Стаффорду голову. Видите, близкий друг, а пошел на попятную. Кроме этого, парламент уже этот Джеффри начал требовать понятия вето, чтобы на многие указы короля парламент мог спокойно носить вето. Видите, какие они прогрессивные были. А у нас вето нет. И потребовали, чтобы в парламенте не было никаких епископов. Молодцы. Когда поднялся этот бунт против Карла I, то он выпустил манифест, что я не иду на переговоры с бунтовщиками, ну, с майдановцами, что без меня не будет страны. Ну, они ему ответили, что будет. Ну, это как у нас этот король был, Шапкин I, как его, а Виктор I. Мы этого Виктора и знали, и страна до сих пор есть и без него. Ну да, правда, за него пришли подписаться эти его плохие люди, россияне, ну, как-то боремся с ними. Ну, там король был арестован, сбежал, опять собрал войско, был разбит пуританцами. Почему пуританцы хорошо воевали? Они были идеологические, они были добровольцы, у них был порядок. И воевали они по-новому. Руководил ими Кромвель. В общем, когда они победили короля, они ему не сразу голову отрубали, но после второй попытки побега и восстания пришлось королю отрубить голову. Вся Европа была шокирована, что так можно, можно. Там было несколько течений в окружении Кромвеля. Одно было течение «вся власть народу», Кромвель с этим был не согласен. И парламент долго не мог договориться после победы Майдана избрать коалиционное правительство. И военные зашли в парламент и всех выгнали. Протестанты. Точно такое скопировал Ленин, когда учредительное собрание разогнал. Кромвель разогнал и обанкротил все это сообщество, которое было вокруг короля, и ввел пуританскую диктатуру. И при Кромвеле была диктатура, и по сути он стал, ну, он себя называл World Protector, но он стал новым королем. После смерти Кромвеля опять была такая неразбериха долго. Генерал Мон, британский,
нашел родственника короля Карла I, привез его с Франции и назначил его Карлом II. Выкопали Кромвеля мертвого, отрубали ему мертвому голову, и его череп стоял на входе в Лондон. Хотя Кромвель, видите, он когда отрубал голову Карлу Первому, он ее пришил обратно и отдал маме похоронить. Черчилль хотел в честь Кромвеля, который создал парламентаризм, назвать корабль боевой, но король или королева тогда попросили не делать этого, потому что они ненавидят Кромвеля. Ну, корабль вот сейчас в 93-м году был назван боевой в честь Кромвеля. Смотрел, Брюса Уиллиса крутят ролики. Берегите свое здоровье, потому что, видите, красивый, богатый, что-то случилось с человеком, и он никого не узнает. Ну и умирает. Здоровье, нервы, это не бывает, там подписчики пишут, вот, посмотрите, что Зеленский творит. А я им говорю, идите в лес, пройдите, сфотографируйте растения какие-то, посмотрите на птичек, принесите хлеб, покормите синичек, пожалуйста. Отвлекитесь от этого. Голова комитету с разведки Палаты представителей Майк Тернер заявил, что Сполучені Штати до кінця 23-го року буде важко прийняти нові пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Видите как? Хотел посмотреть Голованова с этим, с Арестовичем. Что-то Арестовича вообще мало стало. Ну, видно, работает, не покладая рук. И он завис. Два раза пытался себя запустить и не смогли запустить Арестовича. Голованов сам сидел, разговаривал. Не знаю, может, технически это возможно сделать, остановить, там, затормозить поток как-то. Там, кстати, Данилов выступил с заявлением, что, ну, сославшись на Безугу, что те, кто сейчас сталкивает лбами Зеленского и Залужного, это агенты Кремля. Я не сталкиваю, я за мир. Ну, получается, Безугу агент Кремля, а пишут, что она от Ермака. Мне кажется, что Владимир Александрович уже давно бы уволил бы Залужного и с удовольствием бы назначил Буданова, просто не знает, как это правильно делать. Там этот Домбровский, или, ну, который заплатили по наркотикам, вот этого клеймит Гаилашвили с утра до вечера. Ну, говорит, что это наркобизнес крупный, и с этим связан Гаилашвили. Ну, да, действительно, парень с Российской Федерации, ранее судимый, помощник депутата Госдумы, оказался так быстро в окружении Авакова, в Министерстве внутренних дел, в окружении Зеленского, женился на секретаре Зеленского, правая рука Буданова. Как так в этой жизни все быстро бывает? Смотрел передачу про войну на море Германии, 1942 год. Немцы подводными лодками потопили 3 судна Британии и США в день. Представьте, какая жизнь была. Смотрел интересную передачу про моего любимого игрока, одного из любимых. Любимых много. Потому что футбол смотрю с 7 лет. Роберто Баджо, уникальный был игрок. Показывается его карьера. Он раскрылся в Виченце. Уже подписал новый контракт с клубом серии А. И у него разрывается в последнем прощальном матче за Виченцу кресты. Колени его был бич, он уже тогда получил травму, которая была несовместима с его карьерой, но встал на ноги и продолжил делать свою знаменитую карьеру. Тавтология. Его выражение, он вытянул на своих плечах Италию в финал Кубка мира в США, но решающий пенальти не забил. Ну и у него выражение такое, пенальти может не забить тот, кто находит смелость исполнить этот удар. Да. Поэтому умничать о Залужном можно сколько угодно. Идите, пробейте это пенальти. Его тезисы. Я не могу в середине сезона уйти из Болоньи.
На меня люди купили билеты. И он отказывал большим клубам в переходе. Говорит, я отыграю за этот клуб хотя бы сезон, а потом уйду. Смотрел интересный проект. Сейчас делают истребители 5-го поколения. 4++. КФ-21. Южная Корея и Индонезия. Южная Корея долго искала, как и Израиль ищет, на крупные проекты партнеров. Почему Украина никогда не стает партнером таких стран? Не понимаю. А Индонезия вложила деньги. Самолет уже готов. Там у них три блока. КФ-21 блок 1, блок 2, блок 3. Они все идут по градации в зависимости от того, какой, сколько ракеты, какого класса они будут нести. Блок 3 – самая навороченная система с ракетами, которые на внутренних контейнерах. Самолет уже практически готов. Блок 1 уже летает в полном объеме. Блок 2 примут в 26-м году в армию. А блок 3 где-то в 29-м. Первый пакет инвестиций был 8 миллиардов долларов. Одна штука стоит примерно 55 миллионов долларов. Американцы долго не давали ключевых узлов для производства этого КФ-21. Он переводится как Корея Fights. А 21 это у них типа сакральное число для корейцев, 21. Два флага висит, Корея и Индонезия, на борту самолета. Радар корейцы сделали сами, американцы им так и не передали радар. КФ-21 может управлять пилот голосом, поэтому когда говорят, что с хорошей авионикой F-16 долго осваивать, это неправда, это ложь. Там 10 тумблеров слева, 10 тумблеров справа. И на современных базовых, на современных версиях F-16 есть эта система, которая подсказывает, какую кнопку надо нажимать. Корейцы не знают, они хотят сделать 120 самолетов, но не знают, куда их дальше делать. Так может надо Украине встретиться с корейцами и рассказать, куда их дальше надо делать. Они будут делать уже готовые 3 самолета в месяц. Но пока будут делать для себя и для Индонезии. Для Польши они делают вот этот облегченный современный истребитель. Я забыл, по-моему, К-50, КФ-50. Смотрел передачу про Калифорнию. За последние 3 года с Калифорнии уехало уже 500 000 людей. Сегодня тоже больше часа вох. Поэтому, у кого будет нервов, хватит, ребята, все ради вас. И Калифорния из этого уже потеряла один голос в Конгрессе. Потому что там по избирателям дается количество представителей народных. Гловен Стэнфорд, который построил Стэнфордский университет и стал меценатом, он был знаменитым коррупционером, который получал господряды в Калифорнии. И видите, если с коррупционером договориться, то от него может быть много пользы. То есть США тоже начинали с коррупции, все у них это было. Очень дорогой штат, недвижимость в 2,5 раза дороже, чем в других штатах. Да, даже очень, очень развитых. Минимальная заработная плата 22 доллара в час. Из-за этого многие компании закрываются, даже крупные. Зарегулирован штат во всем, в чем только можно. Чтобы построить какой-то дом, надо получить 1000 разрешений. Масса бомжей в Калифорнии, там тепло, можно переночевать на улице. Дали данные, что стоимость преступлений для США в год 2,6 триллиона долларов. Они нам зажимают 60 миллиардов помочь Украине, мужественному народу. 2,6 триллиона. Они приняли закон, по которому, если украл 950 долларов, что-то украл, какую-то вещь на 950 долларов, то полицейскому не надо тебя арестовывать. Если задержали, то составляет админ протокол. И показывает массово в этой Калифорнии, забегают в гипермаркеты, в магазины, хватают все в масках этих, балаклавах и бегут. Луи Виттон все обносит.
Из-за этого многие магазины закрываются. Такие магазины, как у нас Ева, там, где продают шампуни, у них уже даже шампуни под замком. Закрывают цепями шампуни. Представьте, какой шикарный штат. Штат по ВВП больше, чем в Германии. Один штат. И если, например, показывают, вот он украл, идет, он даже не бежит с награбленным с магазина. И если ты к нему применишь силу, то против тебя идет тяжелая уголовная статья. Этот бомж идет с награбленным и никуда не опаздывает. Прекрасно, да? Я, кстати, видел в Польше, как у них там тоже, по-моему, до 700 злотых нельзя его трогать. То забегает в эту бедронку, хватает ящик йогурта и убегает, и бежит через сарай. А другой схватил ящик шоколада. У нас бы наши охранники от тебя гнались бы, дети не. Не знаю, мне показалось, что мы самая законопослушная нация в мире, украинцы. Мы такого не позволяем себе. У них даже замки есть на туалетную бумагу. Туалетный папир. Из-за вот этих грабежей массовых, даже такие компании, как Starbucks, вот в центре Сан-Франциско закрылись 7 отделений Starbucks. И Калифорния засыхает. Много воды потребляет. И природа не успевает ревоцироваться. И получается, многие сейчас территории в Калифорнии засыхают. И даже самый центральный канал, который создали дамбу для подачи воды из центральных штатов, она тоже обмелела. Смотрел передачу за Баварию. Там посадили президента Баварии Ули Хеннеса в тюрьму. Сидел в настоящей тюрьме, в которой сидел, кстати, Гитлер. И он на складе перекладывал ящики какие-то. Ули Хеннес. А вот Ули Хеннес показывали, как он в тюрьме носил эти ящики. Уже дед такой возраст. Ну, много читал о моде. Распространять сильно долго говорить не буду. Читал о модельере Глене Мартинсе, который спас компанию «Дизель» от банкротства. Сейчас очень знаменитая бельгийская школа искусств. Во всех знаменитых брендах выпускники бельгийской школы рулят. Сейчас это тренд трендом. И чуть послушал про Лоту Волкову, Миу Миу, и она один из креативных директоров Баленсиага, по-моему. Но она мне не зашла там. Она россиянка с Владивостока, но не в этом дело. Что-то креативного я в ней не увидел. Какой-то садомаза и ничего органичного. Ну а так, в принципе, все. Свой влог заканчиваю. Не спортом. За підтримку буду вдячний. Всем гарного дня.